Thank you.
каждый год, посещая деревню, я приезжаю на озеро Чебоклы и снимаю его с высоты птичьего полета. Большинство моих подписчиков, которые достаточно давно находятся у меня на канале, видели подобные ролики с этого места. Кто-то, может, помнит, кто-то не помнит, но суть заключается не в этом. Это достаточно сконцентрированное солью озеро с маленькой глубиной. И с высоты птичьего полета это озеро при определенных лучах солнца похоже на зеркало. Ну, в данном ролике я постарался это показать. А еще хочу рассказать вам одну вещь, что если обратить внимание насчет того, что было с этим озером и что становится с ним каждый год, можно заметить в хронологическом порядке, что размер этого озера сокращается на порядок каждый год. В этом году от берега вода отошла примерно метров на 20. Но это по моим прикидкам. Конечно же, я с рулеткой это все дело не измерял, но это заметно. Вы можете сравнить с самым первым роликом, найти по описанию это видео, которое я снимал самое первое, и просто посмотреть, где был раньше берег, и сравнить его с тем, где берег сейчас. Да, прям вот, я не знаю, как вам, но для меня, честно говоря, это дикость видеть, как огромное, просто огромное озеро исчезает прямо на твоих глазах каждый год. Его становится все меньше, берега зарастают специфической травой, которую я, честно говоря, у нас в Сибири в разных местах бывал, такой не видел. Самое интересное, что, по идее, если захотеть, это озеро можно сохранить. Да. Вот такое огромное пятно, которое было на карте, через маленькое количество времени просто превратится в маленькую точку или вообще исчезнет с лица карты.